3 октября в гимназии номер 3 была проведена выездная профориентационная встреча с учащимися и выпускниками школ города. В качестве гостей присутствовали преподаватели Дагестанского государственного педагогического университета. Это кандидат педагогических наук Шервани Бакмаев, кандидат географических наук доцент Шарафудин Алиев, депутат Народного собрания Республики Дагестан, кандидат исторических наук Нариман Асваров, а также директор инженерно-педагогического института ДГПУ Магомед Хайбулаев. Есть у нас специальности, которые не имеют отношения к профессии учителя. Прежде всего, это художественно-графическом факультете готовят дизайнера, живопись, рисунок, но обучение там 6 лет. И у нас есть факультет, который называется клиническая психология, который готовит специалистов, работающих с людьми, имеющих какие-то проблемы, связанные с психическим здоровьем. Ежегодное проведение тематических встреч со специалистами приносит много пользы как для педагогов, так и для будущих абитуриентов. Многие преподаватели понимают всю важность выбора профессии и устраивают различные мероприятия, направленные на выявление у учеников склонностей и способностей к той или иной профессии. Когда я окончил исторический факультет, меня попросили остаться, но не было по специальности истории специалистов. То есть перебор был, а юриста не было. Пришлось поступить на юридический параллельно. Хотя у нас был профиль, но сегодня профиль – это специальность истории и права. И сегодня мы готовим на факультете и по истории права, и в этом году открыли еще одни два профиля – история и обществознание. То есть у нас дается два профиля, вот чтобы вы знали. И если в другие вузы поступаете, там только один профиль, а в педагогическом вузе два профиля. Вы можете задать вопрос, а почему? Потому что только педагогическим вузам, когда принимались на большом уровне решения, сохранили двухпрофильную подготовку образования, чтобы в школах они имели достаточно нагрузку. Вам, конечно, выбирать, вам, конечно, надо серьезно задуматься. И став учителем, вы можете в любую профессию свободно пойти ориентироваться. Как отметили специалисты, выбор профессии – это одно из самых важных решений, которые зачастую определяют всю дальнейшую жизнь, и легкомысленное отношение к нему совершенно неуместно. Бурлия Цамбиева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».